Всем привет! Сегодня у нас 4 посылки, 2 из них из магазина «За фул» по акции брал, не помню что, какую-то мелочь по 10 центов или по 1 центу, не помню. Но уверен, если вы подписаны на наш телеграм-канал, то вы знаете, о чем речь. Ага, здесь немного вмятина и пахнет резиной, то есть запах резины есть, не такой острый, глаза не разъедает, но... Здесь заусенки, то есть не так, как у Mi Band, все гладко, то есть это не оригинал. Вот, у меня есть оригинал, ну, про запас можно будет попользоваться, если что там случится или кому-то вдруг понадобится, пусть валяется. У меня сегодня посылка эта оттрекалась, что уже получено. Доставляла ее новая почта на территории Украины. То есть во всех трекерах она уже была получена, но фактически на руки я ее не получил. И вот сегодня мне курьер ее доставил, я вот открыл, посмотрел и теперь понял, о чем эта речь была, что получено. Для симок, переходники для сим-карт с ключом. Ух ты, прикольно сделано, я думал, это будет такой пластиковой коробочке, тут такой пакет. Тоже пахнет каким-то складом, то есть открыл пакетик, сразу воздух пошел. Вот так это выглядит, получается, один ключик. Ключик чеканенный и с заусенкой, то есть он не совсем гладкий, вот здесь дерется. Вот. Кафеле. Раз, два, три. Три переходничка и вот такой вот ключик. Это магазин «За фул». Я первый раз с него заказывал. И вот первые посылки пришли где-то около 20 дней. Ладно, и давайте дальше. Это Gearbest уже новая почта прислала. Так, должны быть машинки, по-моему. Ух ты! Ух ты! Lenny Motorcade Lehi, какие-то тракторцы. Вот это выглядит так. Вот мне очень интересно, что у нас здесь. Я думаю, должны быть, по-моему, набор машинок. Открывать сторону не буду. Да. Набор машинок, и они реально очень крутые. Крутой набор, ух ты, у них даже, увидите, работает пластиковые. Made in China. Они еще и с обратным, смотрите. Ух ты. Очень круто. Давайте посмотрим все по очереди. Такой вот. С наклеечками. Работает. Вот такой вот. Вот это вот ценуля у меня обрадуется. Реально очень классные машинки. Там я их купил за гоночная машинка такая. Я их купил вообще там за сущие копейки. В описании к видео будет все это. Вот. Гоночные, они получаются по 3 цвета, да? А нет, разные. Есть вот такая гоночная, есть вот такая. Вот, вот эти они получаются похожи. Похожи, но все с разными... А, они даже разные у них... Спойлеры, то есть они практически все разные, нет ни одной одинаковой машинки. А ну, да, экскаваторы тоже. Не, экскаваторы одинаковые, просто с разными наклеечками. Так, с прицепом тоже одинаковые, вот, получается, этих по два. Очень круто. И вот такая вот гоночная.
самая яркая получается, самая красивая. Круто, очень круто. Так, как их теперь, где они тут у меня, какие были? Я думаю, сыну очень понравится. Мне реально очень понравилось. Отличное приобретение. Вот, еще раз посмотреть набор машинок. Реально, машинки очень крутые. Я думаю, сын будет безумно счастлив. Вот. Мне очень понравились. И последняя посылочка. Это, по-моему... Ой, улетело что-то. Да, это из товаров по... товары за доллар, или как там, 70% off. Вот. Вот такое видео у нас в АТБ продавали. 27 гривен, по-моему, стоил. Или сколько-то так. Вот, тоже заказал. Буквально на следующий день увидел. На следующий день заказал. Вот. Давайте начнем с этого. Подставочка для планшета, телефона. Качество пластика немного хуже, чем в прошлый раз. Прошлая подставочка, помните, такая в прозрачном была для планшета. И в одном из обзоров я выложил. Принцип действия такой же. Тут же резиночка, тоже такая же, такие же ножки, но она какая-то более легкая, там более тяжелая такая подставка была. Это же более легкая, и пластик, чувствуется, что ну, немного он такой прогибается. Там была очень классная, четкая. Вот, ну отложим. Это тоже классная, то есть ну, за эти деньги, что я купил, тоже очень, очень ничего. Это головоломка. Головоломка. Как она? Я не знаю, как она работает. Так что ли надо перекатывать? Да, получается. Шарики перекатываешь с одного места на другое, а потом должен поставить их на свое место. Я так понимаю. Я уже попутал все. Вот. Ну, посмотрим потом еще этот. Сделано красиво, качественно. Мне очень нравится все. Здесь внутри какая-то мягкий шар внутри, чтобы прогибалось. И эти шарики его продавливают. Вот. Такой вот коробки оно. Made in Cup. Отлично. Далее, вот это я даже не знаю, что это, не помню, по-моему, то ли на пальцы можно одевать их, или... Да, это на пальцы, динозаврики, типа, одел на пальчик ребенок, и... я динозавр, мультики. Привет, я синий динозавр. А я зеленый монстр. Ну, как-то так вот играть. Я думаю, ребенку понравится. Немного брака вот запачкано белым. То есть их покрасили и сразу закинули в пакет, и они размазались. Скорее всего, так и происходило. Но в целом я доволен. То есть. Так, ну и последнее. Это у нас Will Play. Вот, вертолетик, мало инструментов так, вот такой вот вертолетик, и его складываешь, то есть отверточка есть в комплекте, вот такая вот, несколько болтиков, ну стандартная игрушечка, и глазки для вертолетика, можно налепить разные глазки, здесь получается 1, 2, 3, 4, а, ну бровки, глазки, это типа закрытое, то есть... Вот сюда они лепятся. Вот, но это игрушка для более мелких деток, я так понимаю. Хотя, я думаю, и сын мой будет с удовольствием разбираться. Распаковывать я не буду, подарю ему, и уже пусть сам разбирается.
Еще раз привет, и пришло несколько посылок еще, и я уже как бы снял видео кусочек, но добавлю к нему еще вот эти 4 посылки. Поэтому уже с вами попрощались, но в одном как бы решил в одном видео сделать. Посылки все, по-моему, с GearBest, а вот это вот наушники из Кафаго. Давайте мы их позже откроем, а вначале откроем GearBest. GearBest у нас уже много было. Практически много похожих посылок для подарков беру. Вот этого еще такого не было. Еще это вот первый раз такой товар заказываю. Смотрим. Это вот этот ампульфиллер сяомовский, то есть для усиления сигнала. Для усиления сигнала Wi-Fi, то есть мы его куда-то втыкаем в какую-то комнату отдаленную, где слабый сигнал, и он принимает от основного источника сигнал и раздает нам по квартире. Я купил, родственникам там нужно будет подшаманить, сделать Wi-Fi, усилить, и специально для них приобрел. Давайте посмотрим, как это выглядит, и если будет интересно... И время, когда я это установлю, я подключу, попробую поснимать это все, как это будет устанавливаться. Вот. Далее вот такие вот лампочки для автомобиля. Это тоже попросил друг заказать, ему куда-то нужны. Я заказал, конечно, была какая-то акция. Вот если... Покрыто силиконом. То есть диод покрыт силиконом. Мягенький. Вот, взял 2 лампочки на пробу. Вот так они в пакетиках приходят. Адаптеры, да. Друг попросил тоже, тот же, который лампочки заказывал, он попросил заказать ему адаптер у Samsung, это для айфона, с microUSB для айфона. Я ему заказал и себе один запасной взял, у меня айфона нет, но мало ли кто придет, допустим, в гости, и вдруг надо, поэтому взял и себе адаптер, чтобы у меня дома был, мало ли что. Хороший адаптер, качественно сделан, сам сработает, все отлично. Посылочка, это уже с магазина, из магазина Кафаго. Наушники, вот такие вот, в такой коробке. Коробка напоминает сяомишную. Давайте распакуем их, посмотрим. One more design. А, это и есть Xiaomi. Просто дизайн One More. Я уже и забыл, что я Xiaomi взял. Давайте я открою их, попробую послушать. Вот так они выглядят. Симпатично. Приклеено к ним на ниточке, на такой. Инструкция, как вставлять в ухо. То есть, так неправильно. Резиночкой и... Капсула вставляется в раковину ушную. Давайте попробуем. Вот, сфокусировался поближе. Piston Air. Left, right, то есть показана такая резиночка плотненькая. И здесь пластиковая тоже заглушечка такая вот. Вот так вот сгибается тоже. Закрыто от водички. Провод толстенький и напоминает мне чуть-чуть больше, чем вот стандартные наушники, которые последние по распродажам бывают. Вот здесь переключатель, динамичек. Очень качественная, приятная на ощупь резина. Сейчас я их послушаю и скажу, хорошо звучат или нет. Вот так это выглядит в ухе. Хорошие наушники.
В ухе сидят хорошо, но не знаю, как по времени, если долго, наверное, немного вот эта вот сторона придавливает на раковину уха, и я думаю, что со временем, то есть привыкнуть, конечно, к ним можно, но первое время я буду, думаю, что будет какой-то дискомфорт, если слушать в них музыку несколько часов. Звучат они сочно, намного сочнее, чем вот эти вот дешевые Xiaomi-шные, которые за 5 продавались, но намного круче и громче, чем вот, допустим, блютузовские Xiaomi Sport, которые я недавно обозревал, которые мне очень не понравились. Если какую-то динамическую музыку слушать в них, то сразу хочется в пляс идти, ну, честно я вам скажу. Вот, наушники классные, мне понравились. Скоро должен прийти плеер MP3, который мы заказывали недавно, тоже по скидке. Вот, и я буду ими пользоваться. Наушники мне очень понравились. Я как бы поговорил там несколько секунд, собеседника слышно хорошо, ты тоже как бы рядом, все отлично. То есть как гарнитурой можно тоже пользоваться смело, все хорошо. Наушники мне понравились. Теперь уже точно все на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!